Я не понял, почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Так вот, как сюда спускаться. Не могут они передвигаться стаями? Они не ждут нас там целой толпой, злые, как змеи. Хватит. Прости, подумалось. Там наверху. Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Ты сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону, понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Цепи.
Готово. Ого! Отлично. Мертвецы, думаешь, тут безопасно? Думаешь, безопаснее там?
Скитальцы? Нетронутые. Гляньте. Быстро разводите костры! Зигмунд, ножи! Уже столько дней без мяса. Мясо? Это мы? Назад. А вдруг перекинуться? Живыми будем держать, а мясо отрезать понемножечку. Сражаться я буду один. Не помогай! Тоже один! Не торопись! Мальчик! Закрой свое сердце. Идем. Нам предстоит долгий путь. Все кончено. Давай уйдем. Тогда соберись. Надо искать выход. Это цепь. Вот. Опусти цепь. Ладно. Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь. Я просто... мне надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов.
Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Вставай и двигай тушей! Я тебя так отпинаю, стрелой помчишься! Давай! Чего разлеглась? Вставай уже! Ну, ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. Хоть раз поверь мне, пожалуйста. От моста на той стороне. Ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Да не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спросил. А твое? Брок. Вера Логан. А! Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи. То ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Диггер, пикет, тумбар, бакру. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Ещё. А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Ну, заходите. Вот те вот их в тишине.
А для сынка? Удачной стрельбы! Удачи! Больнее кому-нибудь от моего имени. Есть, понял? И все, что пристрелишь, можно есть, понял? Знаешь, чего хочешь?